Oggi vi presento un'intervista piuttosto particolare. A parlare è un prigioniero di guerra ucraino rilasciato dai russi. La sua peculiarità è quella di aver fatto parte del battaglione Azov. Con delle premesse così, che cosa potrà andare storto? Предложение невесте планировал делать, и только вот так, невесомость. И мы падаем в речку, уже весело. Бегут пацаны, и у одного так голова. Как арбузик. Брэди сходил лично общаться. Говорят, Тор, живой, мы думали, все уже. Типа там пацаны падали в машинах и хрипели. Да, стало понятно, что все, мы туда последнего. Ножку отрезают, в пакетик кидают, там ребята, которые ранены, держат этот пакетик. И все, и вот так добрались, нас застали. Единственное, что осталось, из вещей вообще с начала войны, да, фоточка, но она поплыла немножко, водичкой затекла, ну, через плен прошла, через все вообще, вот это с невестой, вот, спрятали, пронесли и забрали сюда, на большую землю. Теперь в реальности осталось встретиться, и все будет прекрасно. В 3 часа ночи был подъем, резко крикнули, сказали, собираемся, никто не говорил, что это обмен или что-то еще. Собрались там, посидели в коридоре немножко, вышли, всех погрузили в машины, в автобусы, и вот 8-9 часов мы ехали вы до Запорожья. Не знали, куда вы едете? Нет, ну все догадывались просто, но конкретики никакой не было. Понимали, что едете на обмен? Ну, конечно, да. Ну, либо расстрел, либо обмен такой, на удачу уже. А кто внутри говорил, что вот, там, как вы проходили блокпосты, сколько было блокпостов? Блокпостов, по-моему, 17. А никто не останавливался, там всех пропускали сразу. Вот. В колонне там, по-моему, или 8, или 11 скорых, не помню точно. Вот. И нас там 5 автобусов вроде бы. Ну, в автобусе сидячие сидели, кто мог. Вот. Ну и остальное скорое. Получается, на каждом блокпосту там плюс-минус люди чисто махали своим. С нами ехала охрана из Бохра. Ну, это батальонные охраны. Вот, и ну, там ребята были адекватные, опять же, кому как повезло. Вот, у нас хорошие сидели, нормально общались. Это, получается, охрана была... Их охрана. Это охрана ДНР или охрана русских? Нет, я думаю, это ДНР, это пацаны там, с Донецка, местные какие-то. Удалось пообщаться с ними? Ну, плюс-минус, да. Что они говорят вообще? Да, они нет, в этом плане они никак не высказывались, просто не все довольны тем, что происходит, очевидно. Но все пошли служить. Мобилизация. Вот так. Когда сюда уже приехали, это был там какой-то украинский блокпост, либо это уже... Нет, это буферная зона была. Получается, где-то 38 километров до Запорожья. Мы проехали крайний блокпост, там чечи позаходили. Ну, кто-кто? Чеченцы позаходили, короче, да, там, типа, сильные такие, давай, стреляй в меня, если хочешь. Да, предлагали стрелять, я говорю, так, мы сейчас, чего вы там мне это не говорили? Там просили все, чтобы по ним наоборот не стреляли. А теперь, типа, давайте стрелять. Поулыбались, позаходили и все. Ну, это так. Скучно было. Мы там постояли, получается, перед Днепром, ну, перед речкой, там, перед мостом. И все, их всех отправили вот так колонной на обмен. Чеченцы? Нет, чеченцы в сопровождении были. В сопровождении вашей колонны? Или их колонны? На обмен. Короче, нас привезли, получается, там огневая машина ехала. С утесом приехали они, в каждом автобусе была охрана, соответственно. Ну и в машине, в любой, в скорой тоже. Охрана вся вышла, мы остались чисто с водителем. Да, и вот эту буферную зону проезжали просто с водителем. Когда уже сюда заехали, в Запорожье, это что было? Вспомни, какие-то ощущения? Ну, стадия принятия еще не пришла, а понимание того, что уже на родной земле, там, на подконтрольной земле, как минимум, то да, уже как-то подвыдохнули все, ну, типа, не расстреляли, хорошо, добрались. Уже радует. Вот. Ну и мы просто ждали там банальной какой-то встречи, там украинский язык ждали, чтобы нормально приветствовался. Вот. Там отсортировали нас, получается, по разным машинам, по разным больницам и повезли там, по 4, по 5 человек по этим же больницам. Вот. Слушай, ну вот Даня, вы были где? В какой больнице? Сначала нас повезли в Новоазовск. Все говорили за Новоазовск, все хорошо, нас привезли туда, мы там провели ночь. В 6 утра нас подняли и сразу все, в Донецк. Поехали в Донецк. Реабилитационный центр.
там были все раненые, либо там были еще раненые? Нет, там тяжелые раненые. Получается, один корпус был с тяжелыми ранеными, и соседний же корпус — это их военнослужащие были. То есть у нас была охрана, на каждом этаже охрана защищала не их от нас, а нас, получается, от них, чтобы к нам там никто не заходил посторонний. Вот. Ну, это, как правило, молодые там мобики, которые пацаны там со срочки, либо их просто с города там выцепили. Не контрактники. Ну, они вообще с вами общались как-то? Ну, им запрещено было, я так скажу, да. Ну, а вы как бы хотели их как-то зацепить? Ну, ну, мы не хотели, мы их цепляли, они разобщались, конечно. Какие условия были, расскажите? Реабилитационный центр для бабушек, для дедушек. Нет, ну, кровати нормальные, ремонт какой-то был, да. В плане лечения, лечение посредственное. Врачи относились хорошо, тут вопросов нет. Перевязывали, да. Но оперировать никто не оперировал, нас просто стабилизировали и держали. И опять же, все поначалу ждали, думали, скорый обмен какой-то будет, но не хотели. Пытались, первые же там три раза вывозили всех, кроме азовцев. Там через две недели, получается, первый обмен был 2 июля. Они попытались... 2 июня. 2 июня был первый обмен. Они вывезли и развернули, привезли обратно, сказали, типа, нет, не подходит что-то. У кого-то что-то не сходится. И потом еще дважды тоже в списки приходили, сравнивали, все, кроме азовцев, выезжали, возвращались. Но в этот раз мы выехали, и тут думаем, странно как-то. По-любому вернемся. Не вернулись. А как готовили списки вообще? Ты ничего не знаешь? Нет, просто приходил комендант, спрашивал фамилию и сравнивал, есть списки или нет. А у тебя в палате было сколько человек? Двое нас было. Двоих вывезли? Нет, один остался. С ВШК. Да. Азовец? Да, да. А как вообще так получилось? Там сортировки, наверное, и не было. Ну, просто хаотично как-то. Потому что ребята остались и с травмами похуже, и полегче, и такие же. Звания то же самое, вообще рандомные. Там старший солдат, капитан. То есть никак абсолютно не сортировали, наверное. А у тебя какое звание? Старший солдат. А что за ранение? Миновзрывное. Растяжка. Открытые переломы, там осколки, нервы порвал, такое. Ну, сейчас уже стабилизировали? Ну, не истекаю, да, но нервы надо шивать. 12 апреля получил ранение и стабилизировал меня на железяке. На застали, так проще будет. Вот. Туда я приехал, нет, просто обычные перевязки. Ну, там раз в 2 дня перевязывают и все. Все, что делали. А как вообще, расскажи, вот в больнице там... Это реабилитационный центр. Мы тоже думали, что это больница, но нет. Это хуже или лучше? Это слабее. Нет медикаментов. Никакой там гуманитарки. Нам приходили здесь волонтеры, говорили, мы через Россию передавали гуманитарку. Мы говорим, нет. Ну какая гуманитарка? Говорит, вам там что, никаких там сладостей, ничего не передавали? Какие сладости? Как кормили вообще? Скажи просто. Обычная больничная еда. То есть все хорошо. Вот, едой нормально кормили. Единственное, что не было медикаментов? Да, вообще. Ну, то есть, поначалу там какие-то обезболы ребятам кололи, там анальгин такое, а потом капли приходилось просить уже, потому что, типа, капли не было, чтобы там корвалол какой-то спать лечь. А расскажи, какие-то разговоры вели там, что-то рассказывали вам, какие-то пропаганду, что-то? Конечно. Ну, в смысле, уже ж Харьков не Украина, оказывается. У нас же не было связи, там, доступа к новостям. Да, Харьков уже не наш, то есть ходили там, спокойно посылали нас санитарка там определенная. Там люди разные, промытые. В Донецке все промыты. Скажи, что рассказывали вообще, что происходит? Что мы никому не нужны, mm-hmm. что Харьков уже Россия взяла, всю западную Польшу забирает. Вот, да, говорит, а давайте, ну типа, либо на нашу сторону переметнитесь там. Ну это не лично азовцам, это скорее там нацгвардейцам, погранцам говорили. Там все очень сильно промыты, все думают, что в Мариуполе погибло их людей 2000, ну, то есть это смешные цифры. Они думают, что у них там около 10 танков потерь, хотя тут есть люди, которые там, один человек только эти 10 танков разрушил, уничтожил. Поэтому там они очень сильно обрадуются, когда увидят, что происходит. Ну, расскажи сам день выхода из Азовстали, вот когда это было все. Днем пришли с носилками ходячие. И вынесли нас с госпиталя, пронесли нас через наши позиции, через позиции врагов, соответственно. Вынесли на дорогу, там стояли уже охранники, там и казахи были почему-то, хотя казахи вроде не должно быть. Да, там были казахи, короче, с МПшками и с винторезами. Ну это странно,
их тоже мы не видели по ходу войны. Их просто прислали, видимо, для видео, для их там видео такое, типа, показательное. Вот. Спрашивали просто, какие ранения у кого, и грузили в машину. Там эвак-мобиль, по 9 человек в одном автобусе ехало на носилках. Все, вот. И повезли в Новоазовск. То есть примерно это часа 4 длилась вся эта погрузка, пока вывезли все там 100 человек, может быть, 70. Это первые дни были? Самый это первый? Самый первый день, да. Если не ошибаюсь, должно было быть около 50 человек. Mm-hmm. Возможно, чуть больше. Вывезли, нас привезли в Новоазовск, да, первая волна. Нас сначала на следующее утро привезли в Донецк, заселили. Все, у нас там на этаже было 3 человека. На следующий, через день приехали остальные, и в сумме нас стало 28 человек на этаже. Ну и всего на всю больницу там около 130 было. На все крыло, точнее. 5 мая нас должны были вывозить на Энергодар. Все это накрылось. И... Это с попами, когда была история, да? Когда с вами пришли попы? Да. Крестный ход попов. И попы, и Красный Крест, и ООН. Они вывозили гражданских. Угу. Должны были и раненых, тяжелых тоже вывозить туда, в Энергодар. Но все пошло не по плану. Оппоненты там захотели другое место для принятия раненых. Дороги к тому месту не было, они там дали определенное время для того, чтобы добрались туда раненые. У нас лежачие были, их там надо было вообще везти на машинах, то есть ходячие плюс-минус как-то могли там добежать. Дали час, за час невозможно было это сделать никак, потому что с одного конца Азовсталя надо было до другого добежать. Вот, никто не успел, соответственно, снова начались обстрелы, и там и по гражданским попали такое, за 300 или чуть-чуть. Все, и вот 5 числа, 5 мая это все накрылось. После чего 12 мая нам пришла информация, что 2-3 дня и будет какое-то решение уже точно известно. 16 числа нам конкретно уже сказали, что все, вот сейчас готовишь там вещи какие-то, собираешь с собой и в Новоазовск. Раненые в Новоазовск, а все остальные в Еленовку. То есть сразу всех предупредили. Поначалу, ну, информация была, что нас, раненых, будут менять там в течение недели-двух. А ребят, которые целые, то в течение 3-4 месяцев. Mm-hmm. Ну, опять же, как по договоренностям должно было быть. Но ты вообще не боялся плена все эти там предыдущие месяцы? Я не хотел плена, вот так ему сказать. Ну, боялся, не боялся, но после Мариуполя там бояться такое уже. Ну, просто помнишь все эти истории, что азовцы попадают в плен, то это как бы... Не, ну, понятное дело, неприятно. Но так выбора нет, если ты лежачий, что ты сделаешь? Ну, командир сказал, надо, значит, надо, все. Если решение было принято, оно же обдумано было. Расскажи про сам госпиталь, который был на Азовстале. А, на Азовстале. Бункер. 300 человек. Комната, может быть, метров 50 в одну сторону. И, ну, 50 в длину, и в ширину, там, может быть, метров 20. Друг на друге, грубо говоря, лежали. Ну, понятное дело, пытались там по возможности сортировать. Ходячих отправляли в соседний бункер, он там для проще, ну, для таких, для проще раненых, скажем так. А остальные, да, лежали там двухъярусные кровати, либо просто сооружали кровати из чего угодно, чтобы хоть как-то ребята там могли содержаться. Вот. Оперировали сначала в операционной, но потом скинули очередную бомбу, и операционной пришлось переехать, потому что там кислородный баллон взорвался. И оперировали уже просто в коридоре. Ну, там, где лежали ребята, то есть так, ножку отрезают, в пакетик кидают, там ребята, которые ранены, держат этот пакетик. Вот, вот так, это реалии. Ну, был наркоз или уже... Что-что? Наркоз был, или я уже слышала про то, что к какому-то периоду в начале мая уже отрезали без наркоза? Нет, ну были... Анестезия местная была. То есть, условно, там в позвоночник калывают, у тебя снизу немеет. Ну там плюс-минус еще было, ну как, обезболы были, да, держались еще. Но все в очень маленьких количествах. То есть пытались по возможности, если ты можешь терпеть, лучше потерпеть. Чтобы не подставлять кого-то, а то потом прибудет с более там глубокой раной какой-нибудь или с ранением посильнее, ему будет больнее. Пусть лучше ему вколят, да и все. А как было вот. С едой? Ну с едой все было напряжно, там такой стаканчик кашки и кусочек сала на день. Вот, еда заканчивалась. Водичка тоже там. Приносили ребята. Опять же, воду нам и еду приносили с другого госпиталя. То есть у нас уже готовить не могли, потому что снова же прилетела бомба и обвалила вся кухня. Поначалу готовили у нас, потом все уже. И приносили просто, бегали пацаны с казанами за спиной
и приносили еду, короче, так. Деблокаду мы не ждали, наверное, после первой-второй недели, потому что, как минимум, это такое. Пацаны, если бы прошли сюда, вряд ли бы уже отсюда кто-то вышел. Ну, потому что слишком укреплялись уже оппоненты, скажем так. Вот, и тут много шансов было на то, что пацаны погибли бы, не дойдя даже до Мариуполя. А по поводу экстракции, ну, кто-то в это верил с нашей стороны, да, ну, то, что наши будут там придерживаться каких-то правил, а в честность российской стороны нет. Ну, а как ты вообще вот думал, чем это все может закончиться? То есть ты понимаешь, что там деблокады не будет, все это чёс про экстракцию? Да, все рассчитывали на грамотное общение Редиса с оппонентами, снова же. Потому что мы вообще все завалили, когда узнали, что Редис ходил лично общаться. Хотя, ну, как это? То есть это огромный шаг был с его стороны, как минимум. И хорошо, что он там жив остался и все остальное. А это была его инициатива? Или... Я не могу сказать, этого не знаю. Ну, а какие-то ты слышал? Я думаю, да, я слышал слухи, что он посылал ни одного, ни двух человек, и эти люди просто мямлили. Ну, то есть они не могли спокойно общаться, не могли стоять на своем, не могли утверждать какую-то там точку зрения конкретно, удерживать ее. Ну и Редису пришлось самому это делать. Мы думали, что обмен... La prima parte dell'intervista finisce qui. Entro il fine settimana cercherò di pubblicare la seconda. Tuttavia, un'idea su questo ragazzo dovreste esservela fatta. Voi cosa ne pensate? Corrisponde agli stereotipi russi del nazicoso oppure vi sembra un ragazzo normalissimo? Personalmente, a meno che nella seconda parte dell'intervista questo ragazzo non inizi a sbarellare di brutto, sembra una persona perfettamente equilibrata e non è affatto un estremista. Se avete notato, parla di come si rapportava con il nemico. Lo descrive come persone perfettamente normali, alle quali Putin ha fatto il lavaggio del cervello, questo sì, ma persone normali. Non traspare odio verso gli avversari. E tenete presente che lui i nemici non li chiama nemici come faccio io, li chiama gli avversari o l'opposizione, che è un termine tecnico per indicare coloro che combattono contro di te. Ma è un termine anche impersonale, non è carico di negatività come lo è il termine nemico, che io prediligo quantomeno nei video. E notate anche come parla della sua esperienza militare, non la esalta, per lui è un lavoro che va fatto e che purtroppo va accettato entro certi limiti con tutti i suoi lati negativi. Quindi, voi cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Inoltre, se il video vi è piaciuto, questo è piuttosto particolare, riconoscetemelo, mettete un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale, che stiamo diventando tantissimissimi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.